Нецензурная лексика в мэрии и попытка скрыться от правоохранителей. Эти и другие подозрения в свой адрес прокомментировал городской голова Александр Син. Напомним, ранее прокуратура вызывала мэра на допрос. Кроме того, в отношении Александра Сина было подано несколько ходатайств. Заседание по делу Александра Сина было назначено на 5 марта. На суде должны были рассмотреть инцидент, случившийся 10 декабря на сессии Горсовета. В частности, резкое высказывание мэра в адрес народного депутата Украины Олега Ляшко. В ожидании процесса перед зданием Орджоникидзевского райсуда с флагами и транспарантами собрались местные общественники. Мы хотим, чтобы общественность тоже привлекалась к этому, чтобы не затихало это, как обычно это не делать. Чтобы нас пустили на заседание, мы послушали. Пускай она оправдается, пускай расскажет, почему он так поступил, почему он так сделал. В итоге заседание не состоялось, однако свой нашумевший поступок трехмесячной давности мэр все-таки прокомментировал во время пресс-конференции. Я вынужден был с целью пресечения совершения уголовного преступления сделать то, что я сделал. Может быть, я сделал не самый лучший вариант. Ну, поймите, у меня тоже была определенная эмоциональная составляющая. Но это было результативно, потому что после моего действия, моих слов, буквально в течение 10 минут все закончилось и все ушли. Напомним, ранее суд постановил внести залог в размере 20 минимальных зарплат, обязал городского голову в обязательном порядке являться на допросы и не покидать город без разрешения. Требования запретить мэру общаться с главврачами и надеть на него электронный браслет были отклонены. Сам Александр Син впоследствии заявил, что не согласен с предъявленными претензиями прокуратуры и считает это попыткой дискредитировать городскую власть.